Картатути. Царь, а царь? У тебя вода замерзла, у тебя только в доме вода есть. Кто тут болел у меня? Ты у мамы болел? Иди кое Фиара. Кто храпел ночью? Фиара. Маму разбудила храпом. Что? Что? Больной, а? Больной. Вы уже не больной? Мама. Че мама-то? Какая мама? Мама. Мама с вами по ночам не спит. Да, потому что весь Зевс без тебя больной был. Да, был больной, мама переживала. Да. Ты сынок. Мои языки? Че ты сперла? А она рыбу сперла? Где ты сперла уже рыбу? Мы еще этих не кормили. Это значит, вот те сперли у тех, у медведей. Она у них. Она у них, блин, круговое воровство. Да. Кому круговое воровство? Вкусно? Тебе нельзя рыбу. Ну, 4 лет, а у кого еще можно? Вернее, она у Эльзы с Симой. А те сперли у этих, у 4 лет. Они так и работают. Здесь как ты? Да нормально. А как кормить через зверь? Да. Сейчас вы начали полечить, мы будем где-то быть. Она давно хотела, чтобы ее медведи. Вот, похоже, что он болел, а? Вот точно так же, как резко ему стало плохо. Да он просто, ему внимания стало мало. Они умеют это делать. А мама должна тут цыганочку с бубнами ему танцевать, да? Да. Да. Потому что мама должна все время быть круглосуточно рядом и в попку целовать. О, целовать надо было в попку его. Его не доцеловали в попку немножко, да.